Алексей, новая карта. Вот как, я даже попукать не успел. 13 секунд осталось, и уже катка. Надеюсь, не опять с этими дебилами. Ну, с теми же, знаешь, с повторками, когда карты повторнее попадаются. Просто да, надо да, пикать да, Пуджа. Точно. Просто надо пикать Пуджа или Манки Канга. Манки Канга можно попробовать. Но это уже читы. Манки Кинга надо кикать и дропать, когда вот хочешь выиграть. Мы хотим выиграть? Конечно. Ну ладно, тогда давайте Манки Кинга возьмем вот так вот. И просто выиграем эту игру. Согласны? Пойдем по фарму, да. Наверное. Или можно и в хард пойти. А, нахер кого я выбрал там? Или пойти. Так, ну все, я теперь, значит, забираю себе саппорта. Выбираю саппорта. Конечно же, вот так вот делаю. А что, у нас фармить никто не будет? Ну, значит, пойду я, наверное, изи. Я бы помог. Я бы обезьяне помог, допустим. Давайте попробуем помочь мне. А кто это рыгает? Что Манку Кингу помог бы. Кто рыгает? Что это за рыготина сейчас была? Вот это? Мэп. Мэп. Что это за бэп-мэп? Что это за бэп-мэп? Мы собрались в культурном обществе. Прекращайте вот эти свои украинские наклонности, когда нажретесь борща с салом, начинаете бэкать, мэкать, шокать. Извините, пожалуйста, я просто еще майонеза на сало нахерачил. Поэтому и рыгаю. Без майонеза не рыгаю обычно. Кажется, вы уже имеете хорошую массу, раз сало едите с майонезом. Ой, да. Какой черт. Дум, красавчик. Красивый дом. Таких бы только трахать. Ну, Энигма тоже вся сияет, вся в голде, вся золотая. И Джиггернаут там светится, весь легендарный имморталовский. Но это его не спасет. Царь почтил вас визитом, скажу я вам так. Победа нас ждет. Она нас даже не ждет, она уже это. Я очень на это надеюсь. Пойдемте. Хорошо, давайте, Алексей, проследуем на бот и выиграем эту линию. Ну и игру, давайте заберем, во-первых, наверное, вот эту вот штуку, как которая мы, тут мы появится. Как мы можем оценить данного СФа? Ну, СФ полный дагестанец, неплохая одежда. То есть сразу видно, человек не донатит в данную игру. Но он по скиллу уже силен. То есть... Если нет, для да, него потому шмотки что выбрал ничего не решают. И сразу понятно. Для него шмотки ничего не решает, он вот и без шмоток всех выиграет. По смысле, он же не параша. Товарищ дагестанец, мы не знаем, кто такой Гуль, да, иногда слышали, мы просто не анимешники, там Dead Inside, я Гуль, вот это. Мы в этой всем не варимся, мы не понимаем, мы не одупляем. Я бы хотел посмотреть аниме, если было бы у меня время. Раз, два. Три. Два. Еще одну тычку и... Давай. Энигму. А, нет. Ай, блядь. Ой, зашли зря. А давайте пойдем отсюда нахер. Давай на обратке попробуем. Можем? Давай. Конечно можем, давай, вот. Забирай ее. Пытаюсь. Блядь, только... И теперь Энигму. Не беги за ней. Хочу. Ладно, беги. Давай я под хохловышку подставлюсь и сдохну как чмо, ебаный. Как скажешь. Нет, ну все, они... Давай, я тоже. Не, давай домой. А, нет, давай я тебе помогу. Ай, поставился, и сдох как чмо. Красава. Ой, ну, хорошо. Я свой план выполнил, лучше. Я доволен собой. Лучше. Да, спасибо. Ну все, немножечко пофейдили, теперь можно и линию выиграть. Так, ну да, теперь точно, вот все. Встаем, короче говоря, и с серьезным лицом начинаем... Опа, дрочить. Смотри, лечится. Оп, сбил фласочку, ей обидно стало. Да. Только, Леон, много деревьев не ешь, потому что я по ним прыгать буду в дальнейшем. Я тебе не по зубам. Он пытается так, донайть. Ну, самое главное, то, что мы им показали, кто здесь главный. А он уже двух крипов задонайл, мне кажется, он теперь главный. Нет, это вряд ли. Ну, ладно, я тоже буду донайть. Люблю, когда вот эти вопросы. Но это восклицательный или вопросительный знак? Я просто не русский. Ой, бля, стрелу словил. Давай стан. Я уже. Все, я его убиваю. Давай, добивай. На. Ох, как нехорошо. Очень давай. Плохо. И еще. Все очень плохо, Алексей. Товарищ. Блин, живите. Давайте живите, вот так деревом притворимся, они даже не поймут, что это мы. Мы просто дерево. Но они тупые, они просто не знают расположение всех деревьев. А давайте мы еще прыгнем и Энигму добьем.
А если она подставится? Она не хочет подставиться. Вот, кстати говоря, я бы вам порекомендовал там чуть-чуть посидеть, подождать. А все, у меня уже почти. Я сейчас обязательно приду. А Энигма-то хохляцкая, опять походу бустеры. Очень-очень сильно, очень-очень сильно. Она постоянно фласками лечится, у нее денег много. Я, если честно, обожаю кавказских ним. Ну, они ой, не знают, что делать. Самый черный Black Hole. Так, а что это мы можем собрать? Стики, получается. А, я ботинок забыл в начале игры купить. А я-то думаю, что ж у нас выиграть-то не получается их убить. Братанчик, ну думать надо. Ну, блин, после прошлой катки еще не отошел. Бывает. Братанчик. Что за братанчик? Так говорят только на Украине. Не люблю сидеть без дела. Товарищ, о, кажется, дагестанец, хохол. Вы что у нас? Хохол? Извините. Что, из этих из узкоглазых, что ли? Опа. А мы с Польши. Но говорим по-русски, потому что имеем право. Да, и умеем. И умеем. Ой, блядь. Она опять продолжает хохлить. Кажется, да. И фласку из этой перед нами. Так и хочет, чтобы мы ее сбили. Давай собьем что. Сука, куда ж ты отходишь? Стрела вообще в никуда дал. Пососать. И... Хорошо. Ой, все, давай соси у него, ман. Пососем его, пососем. Всю душу из него вытряс. Ну отец, красавец, просто нет слов, одни эмоции. Ты на шаг впереди. Да я бы не советовал, на самом деле. Хочет, да? Что-то хочет исполнить, но не получается. А когда у нас эти да, руны, вот у него руны, не выходит. Когда? Деньги нужны команде. 5.50. Так, 5.50. Леон, запоминай, нужны деньги, в 5.50 будем забирать. Собирать налог. Сейчас все будет. Так, я пройдусь, короче, немножечко вардов поставлю, а то тут ребятам вообще ой, не светит. Ой. Ну они два дальника, мне будет, ну, такое себе тут стоять. А кто варды покупает? Леон. Я покупаю потихоньку. Парень, дайте нам один варлик, чем могу, тут тем попрыгунчик. Могу. Попрыгунчик я. О, давай я тебе помогу, смотри, иди сюда. Ай-яй-яй, как включил, ты смотри. А да у Enigma мапхак, она меня поняла, что я буду прыгать с дерева. Или это варды, или это мапхак. Это обидно было. Вот это что, да. Да, чуть-чуть прям. Хорошо он с таймингами угадал, прям вот хорошо. Так, 5.50, наверное. Но тут уже появилось. Ну давайте соберем. Товарищ Monkey King. Там тоже появилось, пытаюсь забрать, пора прыгать все деревья, чтобы руну подцепить. Далеко гляжу, руну забираю. Нет. Перехитрили. Я не буду долго мешаться. Вот, я уже ушел почти. Что давай, ты переживаешь, зачем пинговать, блядь? Иду. Сейчас только ой, мне Enigma надо с маной вопрос порешать. Enigma какой-то кор-герой. Я опять прыгаю, и они опять расходятся в тот момент и ставят сразу... Они с читами играют. Ну, просто по-другому никак нельзя рассчитать тайминг. Сейчас вы поживете, еще чуть-чуть поживете. Не получилось. Я не туда получилось. Не буду вписываться, извините. Я не буду вписываться. Не фартануло, да? Не фартануло, не получилось. В следующий раз. О, пуджа. Товарищ Пуджа, а что вы покупаете? Я же могу и сам покупать. Кстати, а ты меня не оценил? Моего Пуджа. Пуджа. Ну, Пудж пришмотка. Да, хороший Пудж, красивенький такой, толстый, отъевшийся. С зеленой модной стрижкой. Хук у него подаренный, который подарил ему игрок DSC. На хуке написано «На нахуй, хук слева, хук справа убит». Хорошее название, много убийств. Масочка интересная от коронавируса подходит. Правильно. Коронавирус, всегда маску с собой таскайте. Доп оружие, ну, слабенькое, не донатерское даже. Камоночка обычная сойдет. Сам комплект шмоток тоже такой средний. Ну, фартук красивый, да, раровский, синенький.
И вот это что у нас? Левая рука какая-то? Уже благодарю. Левая рука вот интересная. Ой, как хорошо влетел. Ой-ой-ой, а я чуть-чуть к вам. Ой, как хорошо, вообще неожиданно было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они ж с автом, они знают, что... У них нету Black Hole, если что. Надо ее как-нибудь аккуратненько подцепить. Товарищ Пуч, а вот у меня вопрос, собственно, возник. А зачем вам вард, если вы его не ставите? На будущее? Давай. Просто так, ради интереса. Свежее мясо. Слышу свежее мясо. Ой, ну какой? Какой? А что? Что такое? Что произошло? У меня отключилась игра. Задудосили. Лен, чё бы кто-нибудь вот так чуть-чуть аккуратненько бы пофармить, блин, аккуратно, ну, если получилось. Только аккуратно. Надеюсь, меня не будут гангать. Вардики нужны. Да. Оп, блять, даже крипов не могу добить. Мистер Пуч, можно вот сюда вард, пожалуйста, поставить? Вот прям вот сюда. Блять, а это как? Ой, Джиггернаут, контр пик Манки Кинга. Он меня переиграл, я не успел стан дать. Очень опытный персонаж. Вот сюда нужно. Опа, на миде что-то сейчас будет. Опа, вардик. Вот поганцы, засранцы, пору сливают. Хейтеры. Ничего, сейчас я нафармлюсь. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально. Сейчас, что это такое? Что там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас произошло? Что там? Готов ко всему. Что там? Да уже все, там уже было, ничего. Там, по моей личной субъективной оценке, там был плохой, это, Requiem of Soul. Ой, руки затряслись, боится. А это наш тиммейт забоялся, так вот обосрался. Надеюсь, нет. Молвим вот это. Они под мираны. Они идут гангать. Вот, сука, смотри, идет. Врагов ждет неприятность. Страшно, они где-то вот здесь бегают. Сейчас, скорее всего, Леона трахнут. Да, блин, а я в этом месте стою. Леона не трахнут. Надо, стойте, не надо их туда. А, нет, они не по боту надо. Идут вот тут. Так, все, я тогда вышел. Быстренько вышел. Вот я подожду сейчас толстенького Думы, и мы пойдем. Господин Дум, можно пройти сюда? Мужики, вот тут много. Ай, что делает? Вот тут много, можем? Ля, не успел. Ну, Пуч, ну что ж ты так? Прошу прощения. Я просто думал, что я его раньше... Давай. Ой, хорошо. Домой. И Вайпера туда же. Давай, домой их всех нахер. Вайпер. Отойди из лужи. Да похуй. Самое главное его снести. Давай. Еее. Победа за нами. Вперед, Масулимани. Иху. Скоро огонь будет. Уже полегче начнется. Ой. Ой-ой-ой, а кого это там? Как это нехорошо. Ой, сейчас ультанет, ой, сейчас ультанут, ой, ультанут. Ой, как нехорошо, ой, как нехорошо. Ну надо же, а. Ну как так-то? Вот это мы, конечно, попались как дураки простаки, я вообще манал. Они с щитами, наверное, они знают, как вы ходите. Или, может, гений? Да, все может быть. Опять кто-то в лесу. Ну, Мирана у них очень слишком такая резкая. Давай. Да чересчур резкая. Ой. Но это некрасивый стил. Ну как так-то? И... Блядь. Почти аганим имею. Еще пару крипов. Во, вот этих вот. Да.
Так, так, долго. Вот, Джиггернаут рядом с СФом был. Что-то выпало. Что-то... Он его догоняет, и что же сейчас будет? Джиггернаут. Давай, встретим. Где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая нехорошая игра сейчас была со стороны Леона. Ой-ой-ой, надо тпшиться, надо тпшиться. Ой, как нехорошо. Ему явно не хватает БКБ. Надо БКБ в натуре собирать. Очень больно было что сейчас от Вайпера, да. На боте, На боте сейчас что-то будет. Пытаются выцепить Дума. Ага, вот они тут все. Ага, бегает. Ой, а как он... А, вот, софтины играют. Они знают, что я там был, потому что есть софты. О! Это невозможно! Это просто невозможно, я не верю. Ой, как хорошо, давайте, ребята, просто режем их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Ой, красивая игра, хорошо. Вот это лютый замес сейчас произошел на боте. Давайте кто-нибудь купит досты и будет с достами бегать. Хорошая идея. Ой, Shadow Fiend. Дагестанец, смотрите, сейчас лапы ему даст и добьет его. Сейчас еще чуть-чуть ему осталось жить, Вейпер. Раз. Давай, добивай. Накидывай. Ой. Пудж догоняй. Блинк есть? Нету. Ну ладно, давай, беги давай, за ним. Давай, прыгай. Хорошо. Ай, просто красавчик. Хорошо, ах, молодец. На опыте. Давай. Парни, у них магина еще есть. Кто? Антима. А, точно, он сейчас за Месси был. Неплохо нам накидал. Оп. Товарищи СФ, что вы стоите? А давайте попушим чуть-чуть. О, антимаг. Не-не-не-не, смотри, у них тут ребята ходят. Давай, ребят, дай ему дом. Нет, у меня нет. Ох, Пуджик. На грани. Они сейчас все в лесу у себя. Ну не все, но многие, наверное. Давайте узнаем. Не, врешь, у них нет ульты, они гангать не могут. А как забрать вот эту вышку? Антимаг и Мирана на миду, что вы? Остальные не знают, как они видят. Если разрушим ТТ-2, можем забрать. Ой, хорошо, как мы его трахнули с Пуджом. И я стрелу получил, как еблан последний, бля. Ай, бля, хорошо. Это я называю хорошо, вечность там. Пудж хукает. И почти. Близко. Неплохо. Amazing. Ай да ёпта. Прошу прощения. Ёпта. Что-то идиочу. Да, это косяк. Ну сейчас мы их снесём. Так, ну надо что-то делать. Надо с ними опять подраться где-нибудь. Сейчас мы с антимагом появимся, и где-то начнется стычка, скорее всего, вот в этом лесу. Так что лучше покинуть. Антимаг появился, скоро я появлюсь. Понеслась. Оп. Ой, не могу туда прыгнуть. Вы там втроем фармите или еще что-то? Нет, мы стоим, на друг друга смотрим. Они, походу, вот у себя в лесу прыгают. Опа. Идет. Идет Джиггернаут у нас по лесу. А куда он делся? Так он тут только что бегал. А, увидел, вижу, вот там, давай антимага. Давай. Ой, бля, СФ, хорош! Блять, ультануть успел. Ой, отлично. Что делается? Ой, хорошо. Пойдем. Дальше догоняем. Есть досты? А досты. Давай. Давай.
Давай дальше, дальше, дальше. А еще они есть где-нибудь? Где-то Мирана была. А она, скорее всего... А, нет, она уже на базе. Уверен? Да, ну это можно, пришел, я думаю, да. Таверок спушит попробовать. Да, я пойду в мид попробую спушить полностью. Давайте вышку вот эту чуть-чуть так смолотим. Ой, самое главное, чтобы стрела сейчас от подку не залетела. Блять! Читается. Воп. Пуш, а у тебя была мысля сейчас меня хукнуть, когда я на дереве тпшился? Ты просто слишком близко ходил. Пускай. Чё, надо еще подраться? Ну давайте по дереву. Давайте куда-нибудь выцепим. А чё за плюсики? Я могу плюсики давать? Вот Леону. Слышь, верни мои копейки. Вот, верни мои копейки. Я на шмотки коплю. Спасибо, Дойте. Спасибо. Ну ладно, хорошо. Так я тоже коплю. Где-то Энигма вот тут на миде с своими эншентами бегала. Джиггернал. Ой, блядь. Ой, Юля, очень плохо. Дай, по цели. Сейчас. Сейчас, аккуратнее, братья. Ой, все посыпались. Мы посыпались, очень плохой мув был. Да, что-то пошло не так, ё-моё. В этот как раз бордо, нас... блядь, на карте, не то, что пошло не так для начала. Ой, что делать, жестят. Джагелинка. Мне просто чуть-чуть не хватило, я вообще Мирану стырил, поймал, ну короче, парень, что такое, да? Нормально, сейчас откомбэчим. Товарищ Леон, можно немножечко вардиков понакупить, синеньких глаз, просто всю карту вот так отпилить, отполировать. Что это? Аджани. Не, там было типа звук, как будто отразили этот дум. Да. Линка? У него еще и линка? Наиграли. Что за херня? О, вот там половина команды линка, что за бред? Оп. Ой. И такое бывает. Какой-нибудь баш, вот МКБ и его бы забашит. Они, сука, все фармят. Надо, значит, тоже фармить. Тихо, там в лесу к ним не это. Аккуратней. Все, пизда нашим. Надо помогать. Я бегу, СФ. Блять, помогите. Думу помогать. Ой, бежим. А есть вардики? Пиздец, нихуя нет. Я нихуя не вижу, я с БКБ бегу. Давай. Че, Энигма как прыгнет? Я ж сказал. Пиздец. Ну. Давай, всех режем. Отлично. Хорош, только зря я сдох, конечно. Ну, бывает. Ну всех убили. А так хорошо потеряли. Вообще прям. Это кошмар. Ну вот теперь можно. О, какие-то эльфийские тряники нашел. Ох, они мне, кстати, подойдут. Вот это мне нравится. Я готов. Силы тьмы укрепили свои сооружения, они выдержат любой шторм. Вот, домой. Нижняя башня противника разрушена.
Потерялся я ж. Думаю, что бы мне... Ах ты, сука! Опа, спасибо за турики. А что-то я потерялся в сборках в этих. Бегу. Отлично. Давай, 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 быстрее. Ой, пач. Хорош, хорош. Блять, под стрелу попался. Куда нахуй, сюда? А, уходите? Очканули? Они сейчас на развороте пойдут. Блять. Ой. Бля, ну они на развороте идут. Я все въебал. Все, пизда мне. Нет. Да. Ой-о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 й-
Да. Уф. Куда вы пошли драться, типа, я не понял, какой смысл был идти? Ну, мы подраться любим. Ну, да ладно. Мы драчуны, агрессивушки такие. Это да. Я вот вообще, если кому-нибудь в лицо не надаю, спать спокойно не... Есть такое, да. Опа, походу, сейчас по миду пойдут нас пушить. Ну не надо, ну не надо, ну зачем? Да ну не. Да ну не. СФ, давай что-нибудь им накастуй. Раз, два. Ох, как хорошо, ох, как хорошо. А чё он с этого душ не получил, я чё-то не понял. Ой, бля. Хера. Они слишком это начали. Сильно себя чувствуют, сильно им стали. Сейчас мы вашу силу потушим. Пойдем, Леон, накажем их. Не, я никуда не пойду, подожди. Пойдешь, пойдешь, я пойдем. И у него еще и блэкхол через 100 секунд. О, я на стрелу попался. Да, блядь, первый скилл не могу прожать, пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой, ну все, перефармили. Да нас. Это прикол какой-то, честное слово, ребята. Не-не-не-не-не-не. Не-н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 е. Все, походу трон. Да. Еще один Dead Inside. Игра была хорошей, но, к сожалению, ой, хорошо, пуч, гений. Ой, игры. Молодец. Уничтожил. Прям рыбак ебучий. Ой, а что этот Джаггер делает? Смотри, вообще ничего не боится, ты гля какой. Ща нахуй как насядет и все, и обосрется. Нет, на хукан, так сказать. Нет, нас пропушили. Черт. Ну что ж, хорошая игра. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На канал, всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока.